Привет, это Трибуарн. На одном из моих последних стримов мой анонимный подписчик через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала ГХС. Ролик называется «Музыкальная анимация полного собрания Five Nights at Freddy's Security Breach Animats». Давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то веселенькое, интересненькое. Поехали! Нарисовано красиво. Тут красилина. С небольшим шансом. Это как, да? Бля, музыка классная. Охренеть. Вот это не весело, чувак. Охренеть. И им это понравилось? Больные? Блин, выглядит это офигенно, ну нарисовано, по крайней мере. Но это такая себе анимация, так сказать, потому что... Сколько тут? Один кадр в секунду? Или полтора? Или, точнее, 0,5? Потому что, как бы, ну, тут просто рисунки, иногда они вот так вот это сменяются. Но это уже не анимация, это уже слайд-шоу какое-то. Ну, выглядит, конечно, шикарно нарисовано. О, ну здесь хотя бы что-то более на анимацию похоже. Ну, такое все равно себе, да. Я в плане имею в виду то, что не анимация это практически. Но сделано классно, очень красиво. Вот здесь. Музыка здесь, кстати, тоже классно подобрана вообще. Ого, красиво. Копик это как-то зовут монстр, да? Точнее, аниматроника. Блин, ну вот мне очень нравится и музыка, и как это исполнено в плане, ну, рисунка. Стиль рисунка мне нравится. Ну, блин, это не анимация же практически, потому что очень мало кадров. Ну вот здесь хотя бы побольше их. Ну, блин, опять вот эти вот слишком прерывистые лазы. Как оно тут появилось? Ой, жесть. А это что, кролик, он хороший, что ли? Резкие дыхания. О, жесть. Страшно. Ой, жесть. Куда ты его тащишь? А
что они так смотрят? Это они же его и завалили, не? Ой, жесть. Нифига себе, концерт. Блин, а если его там перемолит? Какие они радостные. Ой. О, красиво. Куда пацан делся? О, блин, это офигенно. Блин, самая последняя анимация была самой длинной и, по-моему, самой крутой. Здесь офигенно подобрана музыка, все треки прям мне очень понравились. Очень классный рисунок, такой анимешный стиль, я такое очень люблю, если честно. Но вот анимации именно самой не хватает, больше движения, потому что как-то, ну, дёрганное, вы понимаете, да? Вы понимаете, о чем идет речь. Но в целом это охрененный ролик, мне безумно зашло. Спасибо большое создателю, спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчик, если интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр. Пока.